Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сети Родина Ролиплей, Центральный округ. Муник здесь Кирилл Путбулови. Не забывайте видеть муник перерегистрации. Итак, сегодня мы поедем на охоту. Точнее, полетим, потому что на машине будет добираться долго, а на вертолете как бы будет проще найти медведей, там, всяких курочек в лесу. Поэтому сейчас едем в амунацию и закупимся, короче, оружием. Закупимся оружием, у меня деньги есть на оружие, поэтому давайте в Арзамас полетим сейчас и купим пару пушек. Ну, точнее, я думаю, купим АК и все, больше ничего покупать не будем. Так, вот я долетел, короче, до амунации, давайте купим оружие. Так, приземляемся аккуратненько, нет, у меня, по-моему, ремка была, но аккуратно надо. Все, глушим вертолет, давайте, пошлите, купим пару пушечек. Ну, я думаю... АК-47 больше всего подойдет, потому что нужно будет издалека стрелять. Тем более, если медведь будет. Так. Ну, давайте купим АК-47. Либо М4 взять. Давайте возьмем, наверное, М4, скорее всего. Пару так пулечек купим. Все. Я думаю, 750 патронов нам точно хватит. Поэтому погнали. Конечно, по лесу искать медведя на вертолете, пацаны, только я так могу делать. Так, вон, медведь, походу, заспавнился. Так, приземляемся. Это не медведь. Нет, это не медведь, скорее всего. Поэтому будем искать дальше. Так. Давайте передвигаться. Или это медведь все-таки? Кто там у нас? Нет, это машина. Это машина у нас тут ездит. Ну ладно, погнали искать медведев, либо кур. Так, давайте ловить, убивать медведя. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Блин. Ёбаный медведь. Вот так всегда, пацаны. Один раз давай затронулся, все, пизда. Так, сейчас еще раз закупимся оружием, поедем еще раз. Но, блин, возникла проблема в том, что мои Audi полная жопа, видите. Вот, состояние вашего авто крайне плохое, поэтому оно будет ломаться всю дорогу. Надо в СТО заехать, починиться. Но я не знаю, у меня денег хватит или нет, потому что у меня мало денег. Давайте я все-таки АК куплю. Как-то будет получше. Все, покупаем АК. Берем машину. Сейчас куплю ремку, потому что я только что ехал, она тупо загорелась и сломалась. Поэтому сейчас берем ремку и будем ехать уже в СТО, чиниться и ехать обратно на охоту. Так, покупаем ремки сейчас по былику. Сейчас багажник положу, чтобы я хоть мог доехать до СТО, потому что она через каждые 100 метров ломается. Так, и канистру давайте купим. У меня есть канистра. Так, набор починки. Все, покупаем. Сейчас буду в багажник ложить. Так, я доехал. Восстановить состояние транспорта. Во, это другое дело. Все, пусть они чинят пока. Ну, блин, я могу починить, наверное, раз 4 смогу. Ну, денег хватит. Так, да, давай. Пусть чинят, короче, машину мою. Чтобы она... Кстати, я доехал до Южного, даже ни разу не заглох, и я опять рема купил. Да, главное, чтобы мне сейчас гидравлику не приложили, хотя мне на нее не хватит, скорее всего. Так, чините. Чувак, кабин какой-то жесткий. Так. Сколько у меня там целостность уже? 89. Все, можно ехать. Все, нам починили, можно ехать на охоту. Так, вижу, вижу, пацаны, все, я приехал, вижу. Курочку бы легко убить, наверное. Стой, курочка. Стой, стой, блин. Ёбаная курица. Только не спамься. Чё она такая быстро, бля? А, во, убил. Чё-то ей плохо, блин. О, я подобрал. Увы, сундук был пуст. Охуенно, блин. Какая-то пустая курица попалась. Ладно, погнали дальше. Так, пацаны, но медведя убивают. Давайте им поможем. А, они убили. Ладно, тогда не будем им помогать. Они его убили, короче. Все, можно ехать дальше. Нам что-то не дают никого убить. Видите, здесь в лесу людей очень много, которые охотятся. Ну ладно. Так, вижу добычу. Что-то бегает. Курица. Да, курица. Погнали за курицей. Стой, сука. Блять, она убегает.
Давай, 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 давай. Стой. Бля, только что медведь был или мне показалось? О, я убил. Вот, дропнулось, заебись, заебись. Так, давайте скриншотик сделаем. Вот такой вот. По-моему, сзади меня курица, еще одна. Еще одна курица. Пусть они ее дропают. Мне то пофиг, я уже курицу свою забрал. Поэтому ничего страшного. Так, вон еще что-то заспавнилось. По-моему, тоже курица. Так, погнали. По-моему, тоже курица заспавнилась. Стоять. Блядь, лови эту курицу. Ладно, пусть забирается, ебал. Что-то много тут конкурентов, конечно, пиздец. Ну, блин, у меня даже не пройден квест, вот эта охота, поэтому я не смогу их продавать. Медведь! Медведь. Давайте медведя убьем. Блять, оно достреливает до него или нет? Что он так смотрит? Так, давай. Блять, пусть он его убьет, не меня. Пизда. Он его сейчас убьет. Блять, стреляй. Есть, положил. Ты чё, сука? Чё, блять, сука? Хуел, блять? В натуре охуел, чувак, блять. Петух, блядь. Бля, ну меня убили, у меня скиллов даже нету. Ну ладно, чуваки, на это будем заканчивать. Вот такая вот вышла охота. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.